Накануне Дня воздушно-десантных войск в Ульяновске прошел турнир между 31-й десантно-штурмовой бригадой и Российского союза боевых искусств. Спортивное мероприятие посвятили 88-й годовщине со дня основания воздушно-десантных войск. Кстати, за три года проведения турнир успел полюбиться горожанам, поэтому поболеть за спортсменов собираются полные трибуны. В планах у организаторов даже вывести мероприятие на федеральный уровень. Отличившиеся в спорте военнослужащие и титулованные спортсмены из Союза боевых искусств показали свои силы в кикбоксинге, карате, кудо, самбо, джиу-джитсу и рукопашном бое. Всего прошло 6 поединков, результаты которых пошли в общекомандный зачет. По итогам победу одержали ульяновские десантники. Я не знаю, как для тех, кто в зале, я очень сильно переживал. На самом деле очень захватывающе. Ребята просто молодцы. Бои были честные, открытые. На самом деле каждый старался победить, защитить честь своей команды. Тем временем празднование Дня ВДВ пройдет уже в этот четверг на двух площадках нового города – стадионе «Старт» и в парке имени генерала Маргелова. Гостей ждут торжественный митинг, выставка военной техники, показательные выступления, проезд байкеров и плацпарад военного оркестра. Начало в 10 утра на стадионе «Старт». Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.